Всем привет, меня зовут Юля, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня на обзоре у меня новинка от Григория Федотова. Сегодня покажу вам новый пылесос с обалденным чудо-турбо-кольцом. Ну и, конечно, покажу вам свой старый пылесос, который фигурирует во всех маникюрных видео. Давайте сначала рассмотрим пылесос, а потом расскажу, для чего нужно вот это турбо-кольцо. С каждым пылесосом в комплекте идет три мешочка. Один уже на пылесосе надет, два других еще идут в комплекте. Так, теперь появилась вот такая мягенькая подушечка. Очень удобно. Я вот прямо сажусь, даю ручку. Вот эта подушка вообще такая классная. Прям руки, как будто они тут и должны быть. Здорово. Этот пылесос PN-344 называется. Раньше он был PN-150. То есть его переименовали. А тот, который послабее, 120-й PN. Он теперь стал 160-м ПНом. На каждом пылесосе установлено заземление на случай короткого замыкания. У пылесосов идет правильная форма. Нижняя губа препятствует пропуску пыли ниже по корпусу. То есть вся пыль идет вот сюда. Ну а теперь давайте расскажу, что же это за чудо-турбокольцо. Его нужно использовать только вот с такими фильтрами. Такой рулон приобретается отдельно. Его хватает более чем на 800 нарезок. Один фильтр выходит не больше 1 рубля. На самом деле это очень крутая задумка, потому что он увеличивает скорость всасывания, быстрая и легкая установка, исключает отскок от лопатки вентилятора пыли. Бывает такое, что сильно крупные частицы летят прямо в глаз. Вот обязательно. Двойная фильтрация пыли, реже меняется загрязненный мешочек. То, что они одноразовые, это, опять же, большой плюс. Фильтр подобран таким образом, чтобы всасываемость сильно не ухудшилась, и в то же время пыль собиралась на самом фильтре. Крупная пыль остается на нем, а мелкая проходит в мешочек, и поэтому меньше пыли и реже менять мешочки. При использовании иных фильтров может всасываемость быть намного хуже. Обязательно нужно именно проверенные фильтры, которые подобраны специально. Ну а теперь давайте посмотрим, как это работает. Вот так вынимаем, кладем, отрезаем примерно вот так. Дальше делаем вот так. И все. Турбофильтр у нас готов. Как барабан. И теперь останется его одеть на пылесос. В принципе, все легко и просто. Сейчас его протестируем, и я вам расскажу про свой старый пылесос, которому 1,5 года. Видео ускорило в 8 раз. Нам сейчас важен не сам процесс, а посмотреть, сколько же у меня с одной руки будет пыли. Как вы помните, под пальцы я подставляла бафик, когда спиливала левой рукой. Теперь он мне не нужен. На кольце очень удобно спиливать. И когда убираем стразы, теперь можно не останавливать пылесос, пусть работает. Стразики все равно не пройдут через фильтр и не отрикошетят облопасть мне в лицо. На самом деле задумка просто отличная. Это я называю элементарно Ватсон. Все гениальное просто. Хочу еще раз напомнить, что турбокольцо без фильтров не используют. Оно предназначено именно для того, чтобы фильтр удерживать на пылесосе. Ну вот, с одной руки у меня получилось вот столько. Это все, в принципе, легко вынимается и все вытряхивается. Естественно, когда вы делаете кому-то, а не себе, то есть это все вынимаем, вот так вот сворачиваем и выкидываем. Получается у нас здесь все чистенько. Давайте посмотрим мешок. Мешок абсолютно чистый. Даже не просвечает. Давайте я сниму, покажу. Обалдеть. Обалдеть. Вы посмотрите. Ну это же... Как можно до такого было додуматься? Красотища. Супер-пупер. И не нужно постоянно мешки менять. А мешок я меняла после 3 человек. Это надо сходить вытряхнуть, это прополоскать, высушить, потом аккуратненько его положить. В общем, это турбокольцо намного облегчает нам жизнь. Кстати, на мой старый пылесос он уже не подходит. Сейчас я вам его покажу
и покажу, почему не подходит. Вот мой старый любимый помощник. Этому малышу 1,5 года. Служил он мне верой и правдой и даже не думает до сих пор ломаться. Поэтому он у меня остается моим самым дорогим и любимым. Покупался он, когда назывался PN150. Естественно, теперь он 344. Здесь турбокольцо не подходит только потому, что эта конструкция не предназначена для него. Тогда еще эту штуку классную не придумали. Поэтому, видите, здесь все вот так вот сделано. И мешается. Вот так вот. Но я думаю, что если уж сильно хочется вот так с этими фильтрами, я думаю, можно вот так вот сделать, включить пылесос, и будет все отличненько. Потому что эти фильтра можно купить отдельно. Давайте включим, попробуем. Ну да, все отлично всасывает, мощность не убирается, то есть все отлично. И вот этот фильтр туда не засасывается, все хорошо. Поэтому, я думаю, можно сделать и так. По мощности оба пылесоса совершенно одинаковые, по размеру тоже. То есть все совершенно одинаковое, только вот тут дополнительно есть вот такая классная функция. Все ответы на вопросы и цены вы найдете в группе в ВК. Обязательно туда зайдите, полистайте ленту, все описано, понятнее некуда. Ссылочку на группу оставлю, она называется «Пылесборники, пылесосы, вытяжки для маникюра». Еще у них появился официальный сайт, ссылка на него будет тоже в описании. И на канал YouTube тоже оставлю ссылку. Ну а на сегодня у меня все, увидимся в следующих видео. Всем спасибо, пока-пока.